Так я купил. What the fuck? Сколько урона убьешь? Блядь, я ТП-шку завязал, сука. Надо же анимации каста не закончилась. Это издевательство, просто издевательство. Блядь! Здорово, имбанутые вы мои! Скучали по нашей любимой рубрике? Если да, то тыкай свой имба-лайк. В этом выпуске мы будем катать за Балонара, который, как обычно, будет усиленный в 100 раз. Предлагаю вам написать в комментариях, за какого героя вы хотели бы увидеть следующий выпуск, ведь вас ждет целая неделя Dota X100. Ну а сейчас усаживайтесь поудобнее и давайте поиграем в имбанутую доту. Надоело катать без шмота и сливать на мутных рулетках? Не веришь, что есть честные опен-кейсы? Пора это исправить! Testidrop.ru – это открытые инвентари ботов, моментальная доставка выигрыша и сотни довольных клиентов. Заходи сейчас, вводи промокод с экрана и получи плюс 10% к балансу. Так, я, блин, в доту давно что-то не играл, походу. Я тоже в доту не играл давно. Почему у меня 4000 хп? А, ну, где тут оружие, парни? Где тут оружие? На старте столько. Оружие? Где тут оружие? Где тут оружие? Пошли, а как тут, тут ВП купить? Не, пошли лутаться, пошли в домики, пацаны, я знаю, в лесу есть лут нормальный. Так, а прыгаем, прыгаем в сосновку, парни. Опа, видел? Ого! Ох, нихуя себе! А ну-ка, так, что-то тут замеса и ФБ. Нет, ФБ не мое. Ай, больно, 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 хватит, хватит, не надо так делать, пожалуйста. О, парни, я ФБ сделал. Почему ракета на километр у него? Что за дичь? Что стало с этой игрой? Имба, привет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас умрешь, сейчас умрешь. Да ты... конечно умру. О, нет. Он не умирает. Опа-на! А что это такое? А что это такое? Я не это понимаю. Так? Как оно работает? Шо? Шо такое? Позорный читер. Ну ты пидор. А ну тихо. Кидайте тут. Бля, давайте бить их. Парни, хуярим. Работаем, парни, работаем. Нужно разбить аирдроп. Не. Блять, еще один аирдроп. Так, один аирдроп разбили, давайте второй аирдроп разобьем. Она вообще долго этот работает? Она ебать, лол. Достал. Ебать. Бля, да, он походу нас куда-то заманивает, парни. Это как из этих, как его, из пряничков дорожка. Курица успела за секунду законтрить прямо до того, как в меня прилетело это дерьмо. А где я? Ай, чуть-чуть не долетел. На нахуй! Нихуя там! Ну, блин! Что, блядь, происходит? Стой, 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 стой! Что вообще произошло? А как мне ульта работает? А, ударов 30? 90 ударов? Привет! Подожди, стой, 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 не убивай! О! Ова! Видел? Дальность ебать! Улететь он от меня тут захотел, ты посмотри на него. Ой, я увидел кого-то. Стоять боят меня, блин. Стой, 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 а стой, почему стой, мана уходит? Стой, стой, я не стой, стой. Да, я с тобой пообщаюсь, спасибо. Да, да, сообщение получилось. Постилено. Приятное. Не, ох, блядь! А ты тоже, блядь, иди сюда. Мать твою. Подсвети его, подсвети. Вижу. Ой, привет. Хорош, парни, красивый. Пацаны, а как у вас сейчас по вижену вообще? У меня вижу хуёво. Я вот свой фонтан, например, отлично вижу. Кружочек большой у вас там? Какой кружок? Кружок вижена. Как анальное колечко. Ай, в меня ракета откуда-то прилетела. Так она заряжается там миллион лет откуда-то и потом долетает от тебя. Ага, стоп, стоять. Где, алло? Привет. Ух, блядь, ракета там. Это вообще не убивает. Ну да, конечно. Я полетел. О, ни хрена, видел мой крит? Вообще. А, тут вард, я думаю, что это я так хилюсь. Потому что у тебя критический урон, 5000 по... У тебя 100% крит в лейте. На 20000%, чувак. Блять, алло! Ты нормально себя чухаешь вообще? Объясни. Я его даже не видел, понимаешь? Даже я об этом же, ты даже не знал, что у тебя такое. Там кто-то ракет. Я ТП-шку юзнул, короче, ага, и мне урон нанесло. Ну да, потому что ТП-шка 50 маны, как бы. Нет? Нормально. Слушай, а два медаса работают в этой? Да хватит эти ракеты, откуда они вообще берутся? Парни, у меня крит 108 тысяч. Ого. Ладно, вы лучше, да, с ним не связывайтесь, в принципе, блять. 109. Нормально. А, нет, 100 900. Бля, ну что ты мне иллюзии там подгоняешь своих? Ну, хоть кого-то. Я вижу. Погоди, дай ударю, дай ударю. Нет, ну, бля. А как я его убил? Баш, у тебя баш пропёр. Если что, на тебя две ракеты летят, так что... А как ты так откидался? Ты с этим?
чем-то таким. Так, а мы сколько сможем вообще? Башу? Блядь, я ТП-шку завязал, сука! Блядь, как же охуенно работает эта штука! Ну ты Саша Грей, блядь. Бля, ну я умру сейчас. Джаггеру там вообще хорошо. Правда, у него, наверное, ульта будет еще дольше действовать, да? Да. Я когда-нибудь убью эту ракету. Имба, поможешь мне потом? Там в меня просто две уже нацелены. Ой, бля. Понял. А, да не, нормально. Парни, я хилю, я хилю. Это вообще все нормально. Внезапные ракеты. Работаем. Вот так вот поставлю. Ой, да бьем твою мать. Да сколько ж можно дерьма-то присылать? Ой, бля, ракета прилетела. 4,5. Маловато. Парни, у вас есть медасы? Да сколько можно? Неужели все в меня летит? Да, все в тебя. Бля, пересосал! Банально! О, бля! Стой! Я жив! Я выживу! Блядь! А чем я тебя сейчас убил? Ебать, эта штука работает! Ладно, я бегу, я хилю. Ой-ой, больно. Разбей кубку! Нормально. Сейчас, давай дальше. Стоять бояться. Пошли в фонтан, пошли. Стоять бояться. Всасываю тебе в лапу. Мало выбора. Ой, бля! И смотрите, никому денег не давал. Не давал, я двоих убил. Да всем по нолям посмотрел. Камелот, ноль давал за меня, да. Нолик. Сука. Так, если мы Т2 так долго ломаем, что же будет с Т3? Я могу предположить, что мы его не сломаем. Оп-оп-оп-оп-оп, есть. Ой, еще я. Я ух, ёб, студы, вот это тут артиллерия стоять. Там просто закидано в нас, да. Куда ты делся? Куда ты делся? Парни, линка от ракеты. Я с тобой поговорю, не переживай. Вижу сзади. Вижу, летит. Нет, и куда ты? Ну подожди, ну братан, ну куда ты? Ну стой! Блять, сколько там раненых? Ой, смотри, не, пушим. Пушится, все-таки пушится. А, блядь! Как вам ТПшки или что вы там юзаете? Скиллы? Второй скилл юзнул. Второй скилл, блядь. Покажи мне. Почему у меня 10 ракет прилетело? О, нихуя себе, линка спасла сейчас. Так, откуда ты вообще вылез, мать твоя женщина? О, и он, по-моему, Влад Вард, о, блядь, Влад Вард. Смотри. Оп. Я не знаю, чем я тебя убил. Бля, стой. Я даже анимации каста не закончилась. Это издевательство. Просто я шутал, лайт нажал. Ну, у нас просто есть блядь вариант еще всего лишь 66 раз их убить. Так я думаю, мы справимся довольно быстро. Мы половину сделали за 15 минут. Сейчас мы прокачаем. Парни, ульта готова. Стоп, где куда? Куда? Ты чё, ты? А что это было? Алькор, ты читер? Я не знаю, зачем он вылез. Я ему говорю, не лезь, убьет нахуй. Он такой, они все, они боятся. Знаете? Ты чё тут лазишь, а? Я тебя слышу. Придется немножко. Я тебя слышу. Ты где-то тут. Ага, привет, стоять. А-а-а! Мне похуй на твою обратку. Ну что, я тебя не выпущу. Оп, привет. Зачем? Меня мой же похоронил просто. Посмотрите на рейнджевого крипа, сколько у него урона. Ебать, он долбит. У него просто 70 тысяч урона. Нормально долбит вообще, парень. Да мы сейчас на изи этот трон снесем. Ой, привет, куда собрался? Стоять. Не, сносите трон. Влад ультой. Давай повеселимся, Влад, давай веселиться. Нахуй сейчас сносить трон. Да там Джаггер веселится. Блять, я сейчас умру. Спасите. Мне он еще. Ох, ебать, откуда сейчас сосать смогу, блядь. Это прилетело так неплохо. Нихуя себе он держит, блять! 300 ударов. Я не знаю, я захожу на базу и убиваю. Блять. Как это происходит? А почему мы видим их базу? У меня вот вопрос. У нас вот. Я ж вижен. Так, что дальше? Ну и чё? И чё? Ой, что-то у меня минус всё хп. Ну вы можете перестать пушить, пожалуйста. Ну, мы не пушим, тебе кажется. Да вы пушите, я вижу. Ну, блядь, вот такой не Влад. Вот. Оба-на. Да я не знаю, я подхожу тычку, да и ты умираешь. О боже мой, у него Октарин. А, блядь, нейтральный крип. Крипы валят. Там, блядь, у нейтрального крипа в тушке вон, блядь. Жесть. Джаггернаут с линкой, с Октарином, с Мидасом, с Аганимом и с ПТ на интеллект. И этот Джаггернаут сделал 19 фрагов. Как?
Такое возможно только в имбанутой доте. Покажу, не убивайте меня, не убивайте. Это такая, это была разминочка просто. Знаешь, так в зубах поковырялись. Это тут тебе лицо рвется сейчас. Пиздец, пугда высасывает просто, у него на всю карту радиус линзы. Назови свой видос сосун. Ну что, имбанутые вы мои, спасибо, что досмотрели выпуск до конца, осталось только поставить лайк, ну и подписаться на канал, если тут впервые. А с вами был Имба и кастомка Dota X to Fix It, до встречи в новых выпусках. That burns.